это девчонкам мальчики дарили. Смотри, я сразу не заметила ручку. Красиво как. Блокнотик. Если бы вы еще аккуратно его вели, как попало, рисуете. Ой, я не рисую. Так, покажем, как мы делаем наши шпротные бутерброды. В последнее время мы только их делаем. Раньше мы все время делали, знаете, такие горячие бутерброды. Сыр на терке, колбаса на терке, с майонезом смазываешь. И тоже вот на такие же самые ломтики батона. В последнее время мы делаем такой шпроты и киви. Такой вкус какой-то оригинальный. А, потому что сочетание фрукта, вот это то же самое салат, когда ананас и курица, тоже ананас и курица. Угу. И вот, этот виноград, курица. Да, тоже. Какие-то мы ненормальные. Любим такие какие-то. Что случилось, Даринечка? Подожди, Даринечка, попроси папу. Отец, открой это, шпроты. А, что, милая? Тебе. Это мне? Заранее с 8 марта. Доченька, давай подаришь на 8 марта, ладно? Все. Аппетитные шпроты. Точно. Отремонтировали посудомойку. Видите, тут отец снимал эту перцу. И вот надо будет обратно поставить. Сказал Вася не ставить больше ничего. Нам, знаете, посоветовала... Порезать можно? Ну, хорошо. Подставить надо. Ну, лучше бы, конечно, не надо. Это моя записная книжка. Ну, мы ее только вот ножки ловить. Он потом испортится. У меня там записано детей маленьких. Когда кто пошел. Куда? Когда что? Куда? Пошел. Куда? Да, это моя записная книжка. У меня записные книжки с 2000-х годов. Я их храню. Я уже показывала. Дети тут понарисовали. Так, планы на май. Посмотрите. Я забыла, что я как-то делала. Хорошо, удачно. Съездили и нашли. Хороший, удобный, любимый всеми, всей семьей дом. Это я вот про этот дом. Это когда мы планы строили. Вот это вот видите как? Зеленая ручка красивая. Вот. Понаотрывали уже там все дети. Так ладно, это моя записная книжка. Что-то я, по-моему, начинала говорить. А. Не, уже не вспомню, все. Пойду я платье Томина на место поставлю. У нас теперь есть парогенератор, нам не обязательно стирать платье. Мы паром пройдемся, и будет оно как свежее. Мы освободили стол, хотя я не хотела, чтобы мы сидели в зале. Дети прям начали, мама, мы хотим, чтобы был праздник. Вот. Да, сейчас сделать ничего не приходится. Представляете, дети все сами накрывают на стол. Какие красивые цветы. Я хочу потом убрать вот эту бумагу, чтобы они просто без бумаги стояли. Ну, попозже, вечером немножко попозже. Посуды-то даже нету. Что ты ищешь, доченька? Что-нибудь на стол? Под рыбу хочешь? Угу. А Настя накрывает, Алина придет, будет убирать все. Можно я туда столик маленький поставлю там? Так, тебе надо шортики одеть, как у Жени с Сашей. Не ходи там, то Сонечка спит. Мы погуляли с ней, она так и не раздетая, так и спит там. А что, накрывать не будете? Вот эта штука. Она и так красивая.
Да, решили так оставить. Мы ее чистим. Ну, значит. Вам чаще будет придется? Ну, никто зато ничего ставить не будет туда. А, то... а, я вспомнила, о чем я хотела сказать. Потом меня отвлекли. В общем, нам на канале посоветовали вот эту штучку проверить, что может вот этот замочек сломаться. Ну, Вася проверил не из-за этого, но все равно вот это была согнулась туда, и Вася с Димой выпрямляли. Понимаете, что мне одна написала в комментариях, зачем вы говорите, что у вас что-то сломалось? Между прочим, там столько хороших советов дали женщины. Ну, сломалось, скорее всего, ничего не сломалось, а то, что там попал крючок от вязания. Да, пап? Ну, все равно, столько советов прямо. И вот, я говорю, вот Вася вот эту вот штучку выровнял. Она, видимо, кастрюлю кто-то поставил или еще что-то. Ну, в общем, осталось дверцу сделать, Вася. Ну. А, что, милая? Дариночка, молодец, все помыла, все чистенько. Что, кукла? Сюда. Нету кукурузы. Там лежит. Ну, достань. Там много кукурузы. Что-то пробовать вам. Кукуруза была. Мыть? Конечно. Когда мы за стол сядем, поедим. Все налито. Женя взяла, выпила это. Все, мы садимся. Никаких поздравлений, конечно, не будет. Дети мне подарили вот такую красоту. Спасибо. А, не все еще? Еще же песни. А ну давайте тогда. Когда все придут. А кого мы еще ждем? Ну, давайте Линку. Ну, пойдем быстренько. Да. Ну, все есть хотят, правда. Ну, дождемся, а потом уже будем поздравляться. Да. Ремонтировали эту посудомойку. Я пока София спит, надо. Да, надо поесть. Все, всем приятного аппетита. Алена по нам приехала. И что-то привезла. Смотрите, как упаковала. Сейчас я не знаю, мне кажется, я вообще не угадала. Честно. Да? Просто попыхаю быстрее. И только нет, ну я впервые вижу так интересно. Я на Зарате в Красноярске приезжала. Привет. Смотрите, что... Просто я посчитала, что лучше живых цветов ничего и не бывает. Поэтому... Это роза. Слушай, их можно высаживать, да? Да, они высажены, ну, в смысле, там, пересадить их надо. Ничего себе, какой подарок. Спасибо, Алёна. С днем рождения. Ага. С днем рождения. Красота. Они что, домашние? Ну, теперь да. Вот тут все написано, наверное. Так, все, пускай тут стоит. Василий Владимирович потом все изучит. Разместить в хорошо освещенное место, поливать периодически снизу. Через 15 минут излишки воды из поддона сливают. Никогда не допускать полного. Можно высаживать в открытый грунт. Зимостойкие. Во, видишь, как хорошо. Спасибо. Пошли за стол. Мы уже там, правда, тортик начали. У нас дети решили маме песенку спеть. И Сонечка как раз проснулась. Где Женечка? Мы ее ждем. Главную нашу солистку. Да? И вот Алена как раз послушает. Я не знаю, мне надо в садике узнать. Тома там танцевала. Такой красивый танец. Я тебе потом в личку пришлю. Угу. Они там танцевали. Давайте мы все послушаем. Угу. Громко пойте. Сонечка проснулась. Давайте. 3, 4. Песня улетает, небо синее, из большого школьного окна. Наши мамы самые, самые красивые, песню подарила им весна. Наши мамы самые, самые красивые, песню подарила им весна. Радуги играют переливами, светят над просторами земли. Наши мамы самые, самые счастливые, это мы в глазах у них прочли. Наши мамы самые, самые счастливые, это мы в глазах у них прочли. Это мы в глазах у них прочли.
Все, спасибо. Молодцы мои девочки. Мои сладкие. Спасибо за поздравление. Любимки мои, спасибо. О, как красиво спели, да? Умно. Все, заканчивается у нас день. Дети убирают со стола. Хорошо, хоть папка посудомойку отремонтировал, да? Да. Женя, Саша, прибирайте свои комнаты, дочи. Я еще утром просила, чтобы вы носки убрали в стирку. Это Алена принесла шоколадки. Надо будет в холодильник убрать со стола. Смотри, тоже. Ага. Да, давай мы их колготочки положим пока сюда. Завтра пойдешь в них гулять. Пусть тут полежат, они там с носками вместе. Сейчас Алиночка все приберет. Ален, попробуй расклеить. Да. Не смогла. Она не у меня, она у тебя. Ну, вот она. Большая. Я ей что-нибудь вылечить можно ее? К ветеринару могу. Наша же не занимается этим. Какие у нас ветеринары? Ну, это бесполезно. Это Вачинского ввести, как минимум. С Даринкой тут обсуждаем монолог предстоящий. Да хоть бы учила еще, да. Она боится. Она больше боится или не хочет, я не знаю. Но мы договорились с ней, что в 10 часов вечера каждый день ее никто не трогает 15 минут. И она возле зеркала занимается сценречью. Упражнения она все знает. А ты этот листочек не потеряла? Нет, это там листочек. Дети ложатся в 9, она ложится, ну... Вот сегодня, может быть, она и в 12 лечь, она может и в час лечь. Никто, я говорю, надо, мы нет, не надо определить просто определенное время, каждый день. Завести будильник на каждый день. Угу. В определенное время. Вот он звенит, там написано упражнение по сценречи. И все, 15 минут уделяет в день, и у нее через месяц уже будет такой результат. Все позавидуют. Дарь, тебе, Алена, нормально советует, конечно. Это ты? Отпусти! Ой, разбесились! А что, вечер, конечно, они всегда так. Посмотри на этих детей! Тома, ты разбойницей растешь? Да? Крутенькая. Саня, отдай. Она сейчас, потом она сейчас кинет. Ты ей отдашь, она через 5 минут кинет, и ты возьмешь. Никому не нужен был, все, сразу всем понадобился. Да, потому что она его бьет. А кто кипиша подарил, Ален, ты? А, да. Нет, я кипиша не дарила. А кто? Я дарила куклу, дарила зайку. Это Настя дарила. Ты целовать меня будешь, Рыжик? Алина в кино поехала, Алена его увезет. Она же хитрая. Ну, ей бы лишь бы уйти куда-нибудь. Ну что, посмотрим, будет тебе 17 лет. Чтоб дома мне сидела, я тебе это видео предоставлю. Ну что, увидимся через месяц. Ну да не, пораньше. Да может пораньше, ну будет. На Масленицу придем. Во вторник придем. Мама, это у нас будет Масленица. На 8 марта жду вас всех. Во сколько будет? В 7 часов концерт. Хорошо. Там мои будут. Девчонки выступать. А мы на 8 марта никак, мы уже этот заказали. Кого? Аквапарк. Так а вы что там до ночи будете? Да, скорее всего, мы не успеем. А сколько? Вы же собираетесь на курс? 7 концерт. Я так хотела, чтобы посмотрели на нашу клоунаду. Ну ты сними, нам потом покажешь. Говорю, Алинке, зови меня на свидание, не зовет меня. Кино, говорю, зови меня на свидание, не зовет. Я один раз позвала. Чего, смотри, заходим в магазин, в 2 магазина зашли. Выбирай, я тебе куплю. Мне брекеты. Да я не знаю, что. Пошли в 3. Ты для того предлагаешь. Предлагаешь халяву, отказывается. Ага. Халява. Ну ладно, все, все, обнимайте, поздайте. Мы поехали. Халява? Халява, это когда тебе предлагают, и ты за себя не плачешь. Может, вас на выходные как-нибудь заберу? Ой, забери, забери. Завтра. Нет, Алене некогда. Все, всем пока, всем до свидания. Пока-пока. Всем пока. Алене, тебе тоже пока. Пока-пока.